Всем привет, с вами Ломар, и сегодня у нас очередной полетный сектор на Боинге 727. Ну как очередной на 727? На 727 это будет такой первый за долгое время. Сегодняшняя особенность то, что мы опять полетим в Атсиме, и я буду использовать Циву для навигации. Заодно посмотрю и вспомню Боинг 727 по тем процедурам, которые сам самолет и предлагает. Так что давайте не будем задерживаться и перейдем внутрь. Здесь у меня немного измененные чек-листы. Давайте запускаться. Переводим battery в on, затем проверяем то, что APU у нас надо протестировать. И запустить. Держим старт до того момента, пока лампочка не начнет моргать. APU on. Что ж, ждем запуска ВСУ. Пока проверяем то, что гидравлическая система А выключена. Нам предстоит выталкивание. И Essential Bus проверяем то, что стоит на APU. Загрузка, как вы видите, Empty Weight, Main Cargo Weight 14860. Но мне кажется, надо ее чуть-чуть уменьшить. 13 тонн, в принципе, пойдет. Задняя центровка, CG 33.1, замечательно. Дальше нам надо подключить ВСУ, боковые баки и центральный бак. Все, топливные помпы включены. Затем APU Engine 2 Bleed. Проверяем то, что он, и включаем систему кондиционирования и рециркуляцию воздуха. Проверяем annunciator panel здесь, то, что все здесь окей, все горит как надо. И emergency exit light надо заармировать вот здесь. Что ж, дальше мы переходим к Циве. Циву мы переводим в standby, и здесь нам надо вбить координаты нашей стоянки, на которой сейчас мы стоим. Значит, мне нужно найти танго 2, 35-20, и вот эти координаты сейчас вбить сюда. Смотрите, как это делается. Проверяем waypoint 0, standby, и вбиваем север 35-22, 35-20 и 2, insert, и затем east 0-25, 10-8, 0-25, 10.8, 0.25, 10.8, insert. Все. После этого мы проверяем то, что у нас система показывает 0, то есть не навигация, и 95, точность маленькая. Переводим в align и ждем, когда оно согласуется. Следующая точка, это будет первая точка, и сейчас я уже буду использовать навлог, который вот здесь у меня есть, augear, ipawa, dirmi и так далее. В общем, вот эти точки я сейчас буду вбивать. Частично я буду использовать VR и NDB навигацию, благо по пути у меня встретится пару NDB-шников, чтобы определять свое местоположение и корректировать его. Recleon Delivery, Foxtrot Bravo Delta, 763, Information Bravo on board, request IFR clearance as filed, and we requesting IPAO 1 Delta Depache. Okay, then 763, you're clear to proceed via IPAO 1 Tango Departure on 27, initially climb flight level 100, and squawk 7274. Squawk 7274, initial climb flight level 100, and IPAO 1 Tango Departure, Foxtrot Bravo Delta, 763. Классно. И Павло Вантанга 335, изначально 330, 108.8, Ираклион, 600 футов, правый разворот, 210.15, окей. Так что нам понадобится 108.8 установлено, на всякий случай INDB, бью 431. И первый радиал у нас будет 303 радиал вбит. Видим то, что здесь горит 0.5. Переводим в NAV. Готовы к навигации, но изначально у нас будет взлет на хединге 270. Захват радиала 10 тысяч. Я установил Flight Director, установил Heading Select. Foxtrot Bravo Delta 763, ready for pushback and engine start if possible facing Foxtrot. Стартап он стенд апрувд. Foxtrot Bravo Delta 763, KNH1013. Что ж, все у нас готово. Запускаемся. Запуск по одному двигателю. Переводим. Navigation light on, beacon light on. И стартуем двигатель номер 3. Двигатель номер 3. Переводим в ground. И следим за раскруткой. 25 прошли. Запускаем третий. Следим дальше за запуском.
Окей, что ж, двигатели запущены, подключаем кондиционирование и отключаем ВСУ. Даем ей чуть-чуть остынуть. После этого переводим на генератор 2. Здесь тоже переводим синхронизатор на генератор 2. И подключаем 3 шины, проверяем то, что лампочки погасли. Затем проверяем то, что старт valves у нас все closed. И здесь закрываем двигатель номер 1. Гидравлическая система 1, гидравлическая система А и Б подключаем, проверяем давление. Давление в порядке. И затем подключаем no smoking и fasten seatbelts. После этого у нас идет before taxi checklist. Но сначала я проверю то, что на верходе все в порядке. Galley power подключаем, переводим в normal. Здесь у нас эшелон 300 будет. Не забываем ставить landing altitude установлено. Сейчас ground, потом мы переведем во flight. Foxtrot, Bravo, Delta, 763. We don't require pushback, we can taxi from this stand. Foxtrot, Bravo, Delta, 763. Bravo Delta 763, Roger, taxi holding point runway 27 via Delta, cross runway 30. Taxi holding point runway 27 via Delta, cross runway 30, Foxtrot Bravo Delta 763. Поехали. Taxi lights on. Лево чисто. Помняем левый разворот. И пропускаем на тот борт, скорее всего. Или не пропускаем? Не, лучше пропускаем. Zero. 30-ю мы пересекаем. Нам разрешили пересечение. Не очень рабочая полоса, поэтому стробы можно не включать с посадочными. По навигации проверяем еще курс взлета готов. 600 футов мы поворачиваем направо на следующий курс, чтобы захватить радиал 303. Следующий курс у нас будет... не сказано, в общем. Следуем до 10 миль, потом выполняем демиарку и так далее. А, нет, там даже не демиарк, там просто мы поворачиваем направо. И, в общем, читаем before take-off checklist. Seatbelts. Он. Притормаживаем. Flaps. 5 green light set. Trim. Set for take-off. 4.0. V-speeds. 137, 137, 149. Landing lights мы включим на полосе. И PR нам надо установить до того значения, которое он посчитал, 2.15. Давайте установим Engine Pressure Ratio до 2.15, это почти 2.20, вот 2.10, 2.15 где-то вот здесь. Все, 2.15 установлено, такую тягу мы дадим на взлете. Initial climb 10 тысяч футов, take-off briefing completed, и все, в принципе. Как же долго эта пробка идет. Нереально долгая пробка, бедный чувак, который здесь стоит, ему же как-то надо будет выталкиваться. Он. Проблема решена с этим чуваком. Кроссблит, закрываем. Здесь все в порядке, ВСУ нам не нужно. На взлет мы отключаем баки. Стробы. TA-Array уже включен. Поехали. Возможно 250. Runway 27 clear for take-off. Foxtrot Bravo Delta 763. Рассет. Эти нос. Ротейт. Позитив клайм, гир ап.
Проходим 600 футов, выполняем правый разворот на 303. Чуть-чуть прибираем тягу. Climb flight level 140. Climb flight level 140, Foxtrot Bravo Delta 763. Alpha 12, Foxtrot, contact Alpha 129 at 675. Bye bye. 129 at 675. Back over to Foxtrot, bye bye. Сейчас захватим радиал и потом будем еще дальше разгоняться. Пока убираем закрылки в 2. И можем даже чуть-чуть тангаж больше взять, чтобы держать скорость. Да, что-то потряхивает, что-то чувствую. Так как сейчас мы проходим 9 миль, то надо учитывать линейный угол разворота. Следующий 335 радиал. Поэтому мы начинаем разворот 335, и курс у нас должен быть 0.20. И это прелесть всяких таких древненьких самолетов. Ручное пилотирование, ручные СИДы, ручные стары, когда вы их реально читаете не просто для себя, а читаете для того, чтобы выполнять. Круто. Foxtrot Bravo Delta 763, contact Athena 129675, bye-bye. 129675, bye-bye, Foxtrot Bravo Delta 763. И думаете наперед. Выключаем посадочные фары. Включаем runway turn off light. Time after takeoff, climb checklist, landing gear up and off, left retract. Spoilers off, autopilot set. И 10 тысяч отстегиваем пассажиров. No smoking and seatbelts off. И затем continue climb to cruise. Афина, Foxtrot Bravo Delta 763, автодепащий Пауло Вантанго, climbing 180. Climb flight level 300, Foxtrot Bravo Delta 763. Вот так, 2-1 для набора. И скорость 270 примерно. Вот так, 270 для набора. Что ж, сейчас у нас идет такая пока навигация. Я открываю ЦИВО, которая, к сожалению, у меня здесь пропала, но она у меня здесь есть. И здесь мне надо будет следовать на первую точку. Как это сделать? Все просто. Переводим автопилот в Auxiliary NAV. AUX NAV. И включаем GPS. GPS включен. Видим то, что чуть-чуть отклонились от трассы, от изначальной. Но она идет прямая от аэропорта, хотя да, должна быть. Вот здесь. И проверяем то, что у нас 0.1 точка активирована. Смотрим то, что дистанция 18 миль, 3 минуты. Окей. И следим с помощью этой ЦИВа. Как же я, кстати, внешние виды не покажу. Не так он выглядит. Наружу. Oil Speed Response. Такую ливрею просто выбрал. Понравилось, красивое. Добавок — это модификация Foxtrot, поэтому грузовая модификация. Ну, как-то так выглядят. И вот такой у меня X-Plane. Вот как-то вот так он выглядит. И вон там солнышко светит. Из кабины выглядит вот так. 24, следующее будет 25 миль. Это означает то, что мы прошли этот VR. Давайте проверим. В принципе, 160 EPR неплохо держит. Давайте проверим по ЦИВИ кое-какие значения. Смотрите, по ЦИВИ мы можем проверить дистанцию и время, то есть через 8,5 минут мы там будет 8,4, 70 миль. Ветер 264,30, то есть мы сейчас летим курсом 300, ветер 264,30, отсюда дует 30 градусов, то есть нас немного встречный.
И можем проверить трек и ground speed. Трек 320, ground speed 492. И оки-палки. Я сейчас всех обгоню. В принципе, что мне и надо. iOS, полоса 11 будет заход с точки Кила Лима Папа, полосип, то есть 318, затем 110 и 1, 114 и еще 115 и 4. 4000, мы приходим на Кила Лима Папа, ну, в общем, на Кила Лима Папа может быть и повыше, но снижаемся потом. Минимум для нас будет 726. 8400, высота в верхнем секторе. И схема захода у нас будет на самом деле самая необычная. Макун. Макун 4 альфа. На Дубровник приходим. Затем на Кулосип. Это мы уже вручную будем делать. За 54 до точки Макун я снижаюсь. Здесь еще 26 миль у нас в запасе будет. Ну не 26, 24. И то есть, ну, за, грубо говоря, 55 миль за Макун. Можно смело начинать снижение. Все, что надо знать. Макун последняя точка, так что окей. Ну и все, 7500 здесь, 5000 здесь, 4 здесь. Ну, если меня викторить, конечно, не будут. Так что, как-то вот так. На посадке я включу эти кроссблиды, чтобы в случае, если здесь кончится, то эти баки тоже снабжали. На всякий случай. Пресуризейшн как был, так и остался. В общем, ничего интересного не происходит, летим. 121 миля, кстати, он уже поймал VR, окей. Point Decimal 8-1, Foxtrot Bravo Delta 763. Автобрейки, кстати, можно поставить в минимум. Минимум автобрейки будут на посадке. Перед взлетом я поставил RTO, после взлета забыл их убрать, потом уже убрал. Descending 240, Foxtrot Bravo Delta 763. Окей, нам дали снижение, это замечательно. Одной головной болью проблемы меньше. И снижаемся. И переводим в UPR, ну хотя бы чуть-чуть вот так. Может, видите, idle он не дает ставить. То есть я его двигаю вот до такого значения. We'll call you for descent, but for now I think it's not possible for NAV approach. Request Macun for alpha arrival, and we are proceeding Macun. Foxtrot Bravo Delta 763. Ввел маленько в ступор. Expecting vectors for iOS approach, runway 11, Foxtrot Bravo Delta 763. Так, и смотрите, мы заняли высоту, и нам надо ускоряться. Что ж, следуем на Макун, а потом Виктору, как обычно. Я так и ожидал. А могли бы по схеме пустить? Left heading to A0, Foxtrot Bravo Delta 763. Надо установить минимум, который для нас составляет 726 футов, 730 футов, это где-то вот здесь, 730, и радио минимум на всякий случай установим 207, вот так, 210, установлено. Expediting descent to 4000 feet, Foxtrot Bravo Delta 763. 4000 дали. Экспедайте. С удовольствием. Тихо. Да елки-палки, как тут все сложно. Экспедайте. Десент. И еще я хочу обратить внимание, то что надо узнать хотя бы QNH. Foxtrot Bravo Delta 763, please confirm QNH. 763, QNH is 1015. QNH 1015, Foxtrot Bravo Delta 763. До... Foxtrot
Left heading 300, Foxtrot Bravo Delta 763. Да, я думаю, тоже слишком высоковато для захвата ИОС, учитывая то, что мы его проходим. Это его факап. Я до этого доложился то, что если сейчас я не буду снижаться, то я не успею. Он сказал, пока хайзингом лети и все. Clear for iOS approach, runway 11, Foxtrot Bravo Delta 763. Если честно, то связь в Атиме мне не совсем нравится. Что-то они с VHF эффектом, но прям переборщили. С трудом понимают, что они говорят. Может быть, у меня еще наушники такие, не ахти какие. Но вот что я точно знаю, то что Alt Selected, Alt Hold у нас стоит 4000. До глиссада мы не будем снижаться, это во-первых. И во-вторых, мы сейчас захватываем курсовой. Чтобы захватить курсовой, мы включаем Auto Glide Swap. То есть есть такой режим, есть Manual Glide Swap, а есть Auto Glide Swap. И он сейчас захватывает курсовой. Здесь мы включаем Auto Approach. Foxtrot Bravo Delta 763, it was wrong localizer. Now established on localizer runway 11. Хорошо, вопрос, какая будет посадочная скорость. 1-2-9-5, bye-bye, Foxtrot Bravo Delta 763. Дубровник Tower, Foxtrot Bravo Delta 763, established on localizer, runway 11. Station calling, repeat your question, please. Foxtrot Bravo Delta 763. Foxtrot Bravo Delta 763, добрый вечер, Dubrovnik Tower, runway 11, continue approach, wind check 040 degrees, 14 knots, variable between 360 and 080 degrees. Continue approach, runway 11, добрый вечер. Foxtrot Bravo Delta 763, minimum approach. Reducing approach speed, Foxtrot Bravo Delta 763. Flaps 5. Итак, посадочная скорость будет в районе 140. А там на выравнивание уже либо уменьшим, либо догоним. Но еще по углу атаки можно будет определить. Смотрите, глиссада у нас доходит. Выбрасываем шасси в закрылке 15. Warlock. Glide Swap Capture. Go Around Altitude. 4000. 4000 сет. И вручную выдерживаю скорость 140. Landing gear down 3 green, flap 30 green white, landing lights on, clearance not obtained. Foxtrot, Bravo Delta 763, runway 11, clear to land. Runway 11, clear to land, Foxtrot Bravo Delta 763. Runway non-non. Apaka, 2 Alpha Mike, welcome to Dubrovnik, taxi straight ahead, stand number 7. Taxi straight ahead, stand number 7, Apaka, 2 Alpha Mike. Approaching, 1, 2. Почему one two, если это one one? Ну ладно. Лендинг. Держим, держим, держим. Long landing, long landing. 8000 feet remaining. Реверсы пошли. Десять узлов, малый реверс. Ручное торможение. Реверс выключить. Я не успеваю освободить. Качусь до конца. Реально не успевал. Спойлеры вышли, кстати. Да. Даже спойлеры вышли.
Вот это голосок у чела. Затормаживаем. И уходим на бэктрек. Alpaca 86 Yankee, runway 11 clear to landing 040 degrees, 14 knots, vero between 360 and 080 degrees. On runway 30. Clear to landing runway 11, Alpaca 86. Foxtrot Bravo Delta 763, we are still on the runway. Foxtrot Bravo Delta 763, backtracking runway 2-9. Roger. Vacate left via Echo, also you are distracted for the backtrack. Expediting, vacating to the Echo, Foxtrot Bravo Delta 763. Хотя там есть на самом деле рулёжка. Типа она нарисована, но типа её нету у меня в сценарии, так что... Странно. Foxtrot Bravo Delta 763, welcome to Dubrovnik, taxi stand number 17 Alpha. Taxi stand number 17 Alpha, Foxtrot Bravo Delta 763. Да, здесь вон, смотрите, крестик. Там. У них-то, может, ее построили, но у меня еще ее не построили. Выключаем landing lights, включаем taxi lights и выключаем strobe lights. Убираю закрылки полностью. 7, 8, 9 и пошли вот стоянки. Ну, даже вдвоем стоят. Ничего, нормально. Главное, не мешают друг другу. 16, о, 17 альфа, мне налево. Да, без такой разметки бы я фиг тут стоянку нашел. Вов, да. И выключаем двигатели. Три двигателя. Затем идем на панель борт-инженера, чтобы подключить ВСУ. Так, здесь мы переводим на IPU. Здесь на IPU. Foxtrot Bravo Delta 763 on box. Foxtrot Bravo Delta 763, frequency change approved, bye-bye. Что ж, надеюсь, сегодняшний перелет вам тоже понравился. А с вами был, как обычно, Ломар. До новых видео, пока.